интересно. Вы знаете, у нас мне нравится наш разговор с вами. Почему? Потому что я вообще-то мне и хотелось так. Потому что, по сути дела, это вы знакомитесь между собой. Да, потому что да. Юра сказал, что хотел познакомиться. Слушай, нет, я то, что говорит Саша, да. Я запоминаю, да, так, да, вот, да, анализирую. Да. Саша, у меня, ты знаешь, в чем дело? Я как губка, летом я не разделяю, я просто впитываю общение. А зимой так я поскольку сажусь, начинаю обсасывать. Вот тот человек приехал, вот этот. Зима-то длинная, так? Я, в принципе, книжку почитаю, так вот, видик посмотрю, глаза устанут, я вот лежу так вот и вспоминаю каждого. У меня вот бутылка, вот за каждой этой бутылкой, это за каждой бутылкой история. Я могу рассказать, кто приезжал, как пил, чего делал. И вот это, в принципе, так что у меня зимой, то, что ты сейчас говоришь, оно откладывается где-то в памяти, как подкожный жир у меня откладывается. И зимой так вот я этим питаться буду, это эмоциональная подпитка будет. Интересно. Вы знаете, ребята, у меня здесь же сразу возникает еще такой вопрос, который на самом деле интересует. Мы живем в такое время, когда век информационных технологий, потому что на самом деле я знаю много ребят, которые даже не учатся, и тем не менее достигли больших достаточно таких программистов, можно научиться, если ты работаешь там сетями и так далее, и так далее. Вопрос-то простой вам. Как вы вообще относитесь к самому образованию? Нужно образование или не нужно образование? Вот такой вопрос. Да? Тут вопрос так вот. Вот вопрос о не стоит, нужно ли образование или не нужно. Естественно, оно нужно. Но вопрос-то по-другому. Так вот, ты правильно сказал, что многие не учащие, многие ученые, так вот, не имея образования, и многие дипломированные, грубо говоря, они дураки. То есть, не, уровень образования показывает, какой средний уровень. То есть, грубо говоря, ты должен 10 классов по-любому. Дурак ты, не дурак, но вот это уровень читать, писать, считать ты должен, по крайней мере. А дальше так, дурака учить, так, вот, ну, будет он образован, это не значит, что он будет умный. Так, вот. То есть, ты хочешь сказать, что образование не мешает? Да. А вот интересно, давай. Это Оша Рожниш, который не написал, а продиктовал 600 книг. Он говорит, в школе, в институтах нас пичкают ненужными знаниями. А надо не пичкать, а вытягивать, что нас лучше. Порфирий Иванов – стрекоза образования, а американцам помог слону улицу. Туапсе приезжал, заходил в море на 10 метров и десятки километров шел. Никакой академик так не может. У нас кинооператор, который снимал экипаж, Гришка Зайцев, вмазал его в кино-то, все на «ты». Он снимал экипаж. 5-6 классов образования снял на уровне лучших мировых стандартов. 2 камеры дали, 3 ассистентов, 2 дурака, пьяницы, 1 нормальный. А потом это посмотровой зал-то, это рукоплескало, аппаратура-то совковская была, пленка совковская. Режиссер на него метал, орал все время. Поэтому не в этом дело. Работает человек, работает, он никогда не пил. Один раз только Леня Кораблев там заставил там бутылку на двоих кусок. Гришка участник войны, с колодочкой постоянно сидел. Есть съемка там или нет, он себе работы найдет. Он из старых фильмов вырезал кадрики, стереоскопчики, из твердой бумаги сделал, большое наследие осталось. То есть человек работу себе найдет. Человеку это было интересно, поэтому не в этом дело. Или взять, например, Леонардо да Винчи, у него там 5-6 учеников. Они у него огород копают, парашу выносят там, и он им простенькую работу дает, они за ним следят, учитель всегда под рукой. Это не надо взад-вперед в институт идти или на сессию там. Да, кстати, Саш, ты вот правильную тему сказал. Образование нужно, но важнее всего учитель. Кто тебя учит, так? Здесь и есть. Нравственность надо. Да. Мы считаем, говорим, не только специальность, а еще нравственность надо, духовность надо. Но чтобы личность была, а не так себе. Потому что иногда смотришь, эти художники, литераторы, актеры, музыканты, они себя называют хлам. Это не голословный разговор, я просто вот это Сергей Борисович. И вот еще чуточку возвращаюсь к порнографии. Я здесь купаюсь обнаженный на 500 метров отошел.
чтобы плавки двое суток не сушить во время дождя. Да, окунулся, вылез, одел и все. Да, логично. Никого, чтобы не шокировать. Да, логично. Да, а когда они на людях занимаются сексом, это кинорежиссер Тарковский сказал, это касается двоих. Да, но не это, надо значит, это вызов. Они специально вызов. У да. них есть, они могут уйти, но это вызов. А я вот хочу так. Да. Это, в принципе, кайф от этого, кайф не от самого, а кайф от самоутверждения. А вот смотрите, как мы можем. Ну, можете. Да. Я, может, больше могу, так? Да. Ну, я не афиширую это. Так. Я понял, какие это гомосексуализм с 40-дневным голоданием лечится. А потом он откуда возник? Если вспомнить древние писания, были люди, четыре руки, четыре ноги, на голове два лица. По приказу Зевса Аполлона это разделил на две части. И в Библии тоже об этом сказано в древней. Ну, были это, такие. Это заболевание. И, видимо, оттуда пошел. Это но заболевание. Это лечится. Нет, просто. Слушай, это все и, так. Не зря 40-дневный пост. То, что Александр Македонский так вот был нетрадиционным, так вот не умаляет. Не умаляет так вот да. его. То, что каждый, да, в Греции это распространено было. Потом, да, да, ну это было. Спарте, слушай, например, ну да. это было. Было, грубо говоря, не насилие. Это было, ну, как элемент культуры. Это традиция. Было, да, традиция элемента культуры. Хотя древние греки. Может быть, даже это они были ближе к природе, меньше да. условностей, меньше запретов, меньше другая нравственность, другая мораль. Тогда это было, грубо говоря, не поощрялось, но и не запрещалось. Да. И скотоводство тоже было, пан какой-нибудь да, там, да. это, или минопар, да. или кентавры. Да. Видимо, этим люди баловались. Южный народ, он темпераментный. Ребят, горячий, я да. вот в Монголии, так, в Улан-Баторе, так, в Дасан стоит, так, вот, ну, у нас там распятие Христа и все. А там, и то, что я сейчас Шива Будда, трудно. В общем, сидит Бог, так вот, а у него, вот, на него, так, членом все, так, на него тетка одна нога на плече, вторая на полу, так, и они заходят там по фризу, так вот, Камасутра вся расписана. Это для них это культура, так, для нас это порнография, а для них это часть культуры. А секс тоже часть культуры. Да. Вот монголы, кстати, так вот тоже вот культурное вырождение, тоже к нудизму. Так, у них слабая рождаемость, так, маленькая. Поэтому так вот они ездят так вот, я после расскажу, это длинная история, да, вот, кстати, вот такая вот история. Вот. Они ездят, ставят белую юрту, так вот, все. На ней белый флаг, так, все. И так, чтобы кровосмешения не было, так, любой, кто приходит, так вот. Все, так. А тот идет в юрту соседа. Это не порнография, это жизнь заставляет, чтобы не было кровосмешения, приезжая с далекого стойбища вот, со своей женой. Вот, да, вот ты мою жену, я тут, а как народы севера приезжают в гости, а тут да, народ, в Якутии, да, Господи, да ты сделай, пожалуйста, на тебе соболя, на тебе золото, так. Это не порнография. Рыбу, да, это не, щеку, не порнография, рыбу, это часть культуры уже, культуры. Вырождается. Да, культуры, которая, грубо говоря, жизнь заставляет жить вот именно таким обычным. Да.